Депутат городской думы Читы Виталий Казак во время заседания 16 февраля назвал владельцев городских баров нечистоплотными из-за того, что в заведениях нередко проводят время несовершеннолетние, передают Запру. Он отметил хороший результат проведения профилактической работы. Хотелось бы, чтобы сумма побольше из бюджета выделялась на профилактику. Работа еще не имеет массовый и системный характер, сказал он. Ранее сообщалось, что читинцы часто встречают в городских барах несовершеннолетних. По их мнению, молодежь появляется в наливайках из-за того, что в регионе нет мест для полезного времяпровождения.